А тут дорога перекрыта, вон две фуры стоит. А с каких городов горные грузы есть? Что-то у меня в горные вообще грузов нет. Я порожником сюда пришел. Ты в смысле? Я сейчас в Сарталаве нахожусь, туда грузов нет в сторону горных. Карту. Где-то тут, наверное, объезд есть. Сейчас будем искать. Всем привет, ребята. Привет. Алло, нашел поворот. И так забрался. Василь. А? Слушай, у меня к тебе просьба. Допиши на форуме, что на ГЛ она не идет вообще. Этот пак идет только на Директ. Чего, Серый? Ну хорошо, а что? Я не стараюсь не материться.
А, все, нашел, все, понял. Аварии здесь. Нашел кость, как аварию там везет? Да, нашел там после аварии с... Я знаю, знаю. До знак заедешь, там поворот будет. Я видел. Я только думаю, а с прицепом здесь выскочишь? Вот такой борт. Я тоже об этом подумал. Наверное, не знаю, трудновато будет. Если длинномер, то тяжко. Я сейчас тоже объезжаю аварию, то есть возьму груз и попробую обратно здесь проехать с грузом. Да, 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 я тоже. Да, ребят, все, пока, всем удачи. Потом на работу скоро. Пока. Ну, тут еще две фуры стоят, отдыхают. Ну, я, наверное, отсюда... Наверное, сейчас не выберусь. Да тут целая очередь, блин. Второй телескоп что-нибудь есть?